Друзья, приветствую вас на канале. Меня зовут Кристина. Сегодня будем смотреть мой огромный заказик с компании Faberlic. У меня делали заказ подружки и, собственно, я сама. Вот такой саше вишневый сад заказала мне в этот раз подруга. Брала Настя. Мы тогда с ней открыли. Знаете, были раньше такие конфетки Рошен. Они были леденцовые. Апельсин был, лимон, яблоко или киви зелененькая такая. И была вот такого же вишневого цвета вишня. И вот аромат один в один. Карамельки вишневые. Очень приятный. Там такой крючочек, который вешается в шкаф или куда-нибудь, где можно ее повешать. Я думаю, даже машину можно повешать, но Faberlic выпустили специальный для машины. Насте понравился. Мне тоже аромат понравился. Поэтому я думаю, что моя подруга останется Faberlic довольна. С каждым разом все больше и больше выпускает маленьких флакончиков одноразовых, которые используются буквально раз, ну, два максимум. И в эту посылку я заказала себе два пробника. Точнее, у меня один заказали. Там на определенную сумму нужно купить, и тогда можно за 19 рублей такой пробничек себе приобрести. Я заказала два. Один себе и один вот человеку на пробу. Но, правда, она не указала, какую ей надо. Я заказала один себе, один ей. Вот. Вот этот малиновый у меня уже был. Безумно приятный аромат. Как лесная малинка. Это концентрированное средство для мытья посуды. Его нужно разводить во флаконе в специальном, либо вот в каком удобно вам, почему я говорю в специальном. И они идут по 50 мл. Второе, это концентрированное средство с биоэнзимами, с ароматом яблок. Вот этого, по-моему, я еще не пробовала. Пахнет приятно. Но малина пахнет вкусней. В общем, можно было заказать себе на пробу. А вообще линейка Дом Faberlic и моющие средства мне очень нравится у них. Дальше порошочек у меня заказали. Это концентрированный стиральный порошок универсальный. Там есть разные вкусы. Три, по-моему, вида. И вот третий это был универсальный. И вот такая вот ложечка к нему шла в комплекте. Причем ложечка уже третьего вида. Они совершенствуют свои ложки, у меня две есть, и они не такие, как это. Это, наверное, специальная ложка для порошка. У меня был такой порошок, мне он понравился, он очень хорошо очищает вещи. Ну, в общем-то, одна такая упаковка заменяет 3 килограмма обычного порошка. Это очень удобно. Ультракондиционер. Мне безумно нравятся кондиционеры у компании Faberlic. Это ультракондиционер для белья с аромакапсулами, цветочно-пряный. Я уже брала только другой аромат. И мне нравятся вещи, потом пахнут божественно. Но это не такой приятный аромат. Там прям такими цветочками у меня пах. Он у меня сейчас в пустых баночках уже лежит. Так что обязательно ждите, такое видео будет. Кондиционер рассчитан на 30 стирок. Его нужно разводить, но, честно говоря, я не разводила. Я прям так наливала вот в этот мерный стаканчик, который является крышечкой, и вливала. А его надо с водой мешать, чтобы концентрированно было, его хватало на 30 стирок. Но я использую по-своему. Здесь 500 мл. Мне очень не нравится, всего 150 рублей. Почему нет? Это очень, очень выгодно и круто. Подруга у меня заказала такой же ультракондиционер по моей рекомендации с аромакапсулами. Это кондиционер, они очень хорошо смягчают белье, они облегчают процесс глажения, придает аромат утренней свежести. Такой у меня был маленький пробничек, и мне он понравился. Ну, вот это повкуснее пахнет. Но здесь прям такой аромат растений, а там аромат непонятно чего. Ну, пряности, да, там, скорее всего, пряности. Также его нужно разводить, он концентрированный. Здесь также 500 мл. Мне они нравятся. Я вам вообще просто рекомендую их попробовать. У меня подруга это же заказала себе концентрированное средство для чистки ковров и обивок. Говорит, что прям очень эффективно очищает, удаляет разные пятна. Вообще пятновыводители у Faberlic очень достойные. Я на себе проверила, у меня есть два пятновыводителя в двух разных форматах, и они суперские. Также 500 мл, она уже пробовала, она осталась в восторге, а у меня только маленький пробник есть, я пока его не попробовала на своем белом диване. Так, теперь хочу показать вам подарочный набор. Есть один вот такой. Аромат по-любому будет очень вкусный. Манго и папайя. Подарочный набор. Здесь витаминный крем для рук и гель для душа, который такой небольшой, 200 мл, как колбочка выглядит. Необычный очень формат. У меня был такой ежевичный, но я так и не попробовала его, потому что подарила подруге. Надеюсь, ей очень понравился. Ароматы вот у линейки Витамания очень
сочные такие, классные. Я даже себе тут кое-какое средство заказала. Вот это у меня вот такой подарочный наборчик взяли. Второй подарочный, мне кажется, он еще круче пахнет, потому что он ягодный, клюква и земляника. Если бы был малинка, это было бы еще круче. Здесь также у нас гель для душа и крем для рук. Ну, это я уверена больше, чем что это подарки. А, кстати, вот этот вот подарочный набор, он заклеен специальным скотчем, который идет с таким штрих-кодом. Отрываешь, и видно, что уже набор открывали или нет. А эти были в упаковочке. Видите? Этот уже как бы нет. Это зима. В линеечке зима. Вышел новый аромат, вкус такой. Морозная клюква. У них прошлая была просто зима линейка, без каких-либо ароматов, но она божественно пахла, и мне очень нравился крем. У меня есть крем для лица, и я его обожаю. Так вот, в этом наборе защитный крем для лица, крем-концентрат для рук и защитный бальзам для губ. Целых три средства, и стоило это 200 рублей, по-моему. Ну, что-то вообще недорого. Вообще недорого, мне кажется, выгодный очень был набор. Тут для мужчинки, для своего знакомого заказала вот такую пару. Пена для бритья. Это, по-моему, тоже новая линейка, но, по крайней мере, раньше я ее не видела. Увлажняющая пена, 100% комфортная. Ледниковая минеральная вода плюс витамин Е. Очень полезно. Лосьон после бритья охлаждающий. Пахнет достаточно вкусно. Мне очень нравится. Здесь уже ледниковая минеральная вода и эвкалипт, чтобы был свежащий такой эффект. Попробую, может, тоже закажу мужу, может, ему тоже понравится. Пенка идет объемом 200 мл, а вот этот крем всего 100 мл. Но вот эти кремы обычно расходуются очень долго. Неизменным фаворитом практически всех моих подруг является малина и белый шоколад. Аромат у линейки Beauty Cafe. Это, можно я понюхаю еще раз? Просто божественно. Это именно в геле для душа божественно и в мыле. А вот в кремах не такой. Вот гель для душа мне нравится больше всего. Прям такой. Это очень сладенький аромат. И хочется скушать какую-нибудь вредную пирожную. Но очень-очень-очень вкусную. Объем упаковки 200 мл. И второй гель для душа, который я заказала для себя. От линейки La Creme. Крем-гель для душа, смягчающий, бережная забота с клубничным соком и молочными протеинами. Боже, я его очень давно хотела. Наконец-то я его попробую сегодня. Аромат свежайшей клубники, как будто ее только что разрезали. Я люблю одушки Faberlic, потому что у них они такие правдоподобные, прям пахнут очень вкусно. Все. Вот все, что я у них пробовала покупать, все так пахнет вкусно. Еще я для себя заказала два протеиновых коктейля. У меня вообще уже было знакомство с ними, они неплохие, особенно если их разводить в молоке. В воде не надо, даже если здесь рекомендуют в воде, пожалуйста, не пробуйте. Я взяла себе два вкуса. Первый это банан, а здесь 25 грамм. Состав ничего такой, поэтому я беру. Мне это вкусно, мне это нравится. Больше я другого протеина не пробовала, мне пока хватает. Я такие смеси пробую и вообще пью крайне-крайне редко. Мне кажется, в последний раз также на разочек покупала себе два разных или три вкуса. Ну, года два назад, наверное. Так, его нужно разводить в 250 мл воды или обезжиренного молока комнатной температуры. Но я сегодня буду это делать с ряженкой. Второй пакетик. У меня со вкусом крем-брюле. Мне кажется, тоже будет очень вкусно. Но, по-моему, крем-брюле уже было. А вот банан я буду пробовать впервые. Посмотрим, какие вкусненькие будут или нет. Это просто новинка. Какой-то апгрейд произошел. И получились новые ароматы, вкусы. Заказали тушь. Вот такую. Называется она Volume Art. Мне кажется, что у меня ее уже заказывали. Она экстра черная такая. Тушь для ресниц искусства объема. Будут объемные реснички, и там, по-моему, натуральная щеточка, но, честно говоря, врать не буду, потому что у меня такой не было, но что-то мне прям сердце подсказывает, что там натурально, поправьте меня, если это не так. Вот такая вот яркая помада, очень яркая, вырви глаз, такой розово-коралловый цвет, модельер цвета, очень удобный, красивый флакон, удобно будет брать с собой такую. Я уже давно не брала помады Faberlic, потому что у меня огромное множество помад, и мне пока хватает. И вторая помада, которую меня заказали, она уже потемнее, такая, кстати, я бы сказала, больше красновато-розовая, но с красным таким оттенком, тоже яркая.
Это увлажняющая линейка, увлажняющая губная помада CC, увлажнение в цвете 4624. У меня уже есть увлажняющая, по-моему, две даже, и мне не нравится. А они сатиновые, смотрятся хорошо на губках, и заодно увлажняют. Тенюшки в первый раз у меня взяли жидкие, вот так вот они выглядят. Очень интересная подача флакона. Это жидкие тени для век Tête à Tête 5442. Жидкие тени для глаз, они такого сиреневого, светло-сиреневого цвета. И я надеюсь, что они придутся по вкусу моей подруге, потому что заказала она для себя. Там, скорее всего, такой аппликатор, как у блесков для губ раньше были. Сейчас стали больше кисточки делать. Тут, наверное, такой аппликатор. У меня подруга заказала от линейки Vitamania бальзамчик для губ, который идет объемом 10 мл. Это витаминный бальзам смородина и ежевика. Вообще, вот этот аромат очень классный. Я обожаю смородину, для любителей ягодок придется по вкусу такой бальзамчик. Он там такой, вот, ежевичного цвета. На губах, честно говоря, не знаю, даже ежевичный или нет. Не знаете, что положить в подарочек? Что подарить? Обязательно кладите мыло. В Фаберлике очень много классных мылок, вот таких вот. Особенно удачно можно попасть в акцию, когда каждое мыло, например, при покупке трех, каждое идет по 39. Это очень удобно. Заказали все вот эти ароматы. Вся вот эта линейка Beauty Cafe имеет тоже божественный аромат. Опять же повторю, Faberlic делает шикарнейшие одушки. Облепиховое мыло одно из моих самых любимых. А вот смородина — это мое самое любимое. Просто самое любимое мыло, которое я пробовала. Я пробовала все. И мятный шоколад. Неплохое тоже мыло. Классное. Я вам советую, они не прилипают к мыльнице. Очень хорошо моют ручки, удаляют грязь. И идут объемом 65 грамм. Они прям такие прямоугольные. Советую их попробовать для тех, кто еще не пробовал. Для себя я заказала витаминное молочко для тела с клюквой и земляникой. Такой яркий аромат. Клюквенный. Но это не противно, это очень вкусно. Земляника смягчает этот аромат. Приятный. Объем, конечно, маловат. 100 мл всего. Я пробовала малина-белый шоколад. Быстро заканчивается, быстро. Но я решила попробовать, почему нет. Может, даже кому-нибудь подарю на Новый год, почему нет. Вот эту штуку я очень давно хотела. Буду ее использовать вообще всегда. Это мист для тела киви-авокадо. Аромат просто шикарный. Буду сейчас пахнуть сладко-сладко, как фруктик. Я его вам показывала в прошлом видео, что мне его заказали. Мне настолько понравился душка, что я не удержалась и заказала. И он стоил всего 79 рублей по акции. Да, это просто вода, но как от вас будет божественно пахнуть. Если не пробовали эту одушку, то обязательно попробуйте. Вам, думаю, понравится. Здесь всего 120 мл. Посмотрим по расходу. В пустых баночках расскажу, долго используется или нет. Расходуется, используется. И последнее, что вам покажу, это наконец-то я застала тканевые маски. Вот эту маску Detox. Я не могла заказать 4 каталога. И наконец-то я ее выловила. Маска с экстрактом винограда идет Detox. Я ее еще вообще не пробовала. Вот это восстановление попробовала, мне очень понравилось. Я ее повторила, потому что она снимает следы усталости. Это супер важно в наше время. Дальше тканевая маска с лифтинг с экстрактом граната. Я свою отправила в подарочек. Положила в конкурсе, у меня выиграли, ее обязательно тоже попробую. И еще одна тоже отправилась у меня в подарочек, ее тоже не пробовала еще. Вот осталось 4 маски буквально снять, и уже выйдет ролик о тестировании масок тканевых от Faberlic. Я, конечно, буду пробовать еще другие там, потому что я увидела, что есть всякие коллагеновые патчи, не патчи, коллагеновые губы вот эти, хотя губы, честно говоря, мне не очень понравились. И от других линейчек тоже появились тканевые маски. Буду пробовать. Ну и это у меня все. Коробка моя пуста. Так что спасибо вам, что вы досмотрели этот длинный опять ролик до конца. Надеюсь, он вам был интересен, полезен. И вы захотели что-то попробовать по моей рекомендации. Мне будет это очень приятно, если вы напишите в комментариях, что именно вы захотели. С вами была Кристина. Желаю вам отличнейшего настроения. Чаще улыбайтесь. Пока-пока.